К 65-летнему юбилею научной библиотеки Тувинского государственного университета состоялась республиканская научно-практическая конференция «Библиотека и ВУЗ. Проблемы и перспективы взаимодействия». С поздравительной речью обратилась к сотрудникам библиотеки ректор университета Ольга Хомушку. Сейчас, сегодня, подводя определенные итоги, мы, конечно, с удовлетворением, оглядываясь назад, понимаем, что и образование, и наука – и библиотека – это три неразделимых части, без которых, я все-таки надеюсь, невозможна жизнь не только современного человека, но и человека будущего. К юбилею библиотеки почетным нагрудным знаком за вклад в развитие научной библиотеки ТУВГУ была награждена заведующая отделом обслуживания библиотеки Эмилия Тюлюш. За добросовестный труд почетной грамотой отмечен заместитель директора библиотеки Сайынбек Күжүгет. Не забыли поздравить с юбилейной датой и ветеранов научной библиотеки университета. Как признается Евдокия Залуцкая, за 65 лет библиотека изменилась до неузнаваемости. В 60-е годы был только один читальный зал. Конечно, книг больше и все, и абонементов вон сколько много, и читальных залов много. Вообще везде компьютеризировано, так что сравнивать с тем временем, когда я работала, тут две больших разницы. После торжественной части началось пленарное заседание конференции. Работа секции была посвящена научной деятельности библиотек, проблемам и перспективам изучения вопросов краеведения в Туве, комплектованию и хранению книжных фондов.